И, как уже заметили, я фронтенд-разработчик, но разговаривать мы будем сегодня не о фронтенде. И вот эти кучи интересных терминов, да, написано. И впервые с ними я познакомился 2 года назад. И мне казалось, что это какие-то очередные шаблоны, но поработав с этим какое-то время, это очень сильно поменяло мой взгляд на разработку приложений. И на самом деле я теперь не вижу пути назад. Вот. И хочу поделиться с вами поэтому этими идеями. Может, кто-то тоже так же заразится, и мы будем болеть вместе. Так, для начала давайте проясним, кто знает вот что-то хотя бы из этого. DDD? Кто знает DDD? Да, а кто использует DDD в разработке? Да, гораздо меньше, да. CQRS? А кто использует? Понятно, да. Ну, про инсорсинг, я так думаю, приблизительно, да. Понятно, да. Так, ну, ребят, ну, тогда я думаю, что доклад должен быть интересным. Подходы, о которых мы сегодня поговорим, они в первую очередь направлены на... будут интересны для разработчиков enterprise-приложений. И сейчас мы узнаем, почему. Для начала проясним, что такое enterprise-приложение. Вот кто-нибудь может сказать, вот как вы видите enterprise-приложение? Чем они отличаются от других приложений? Большое. Чем? Большое. Большое? Большое? Ну, разные большие приложения. Вон Дэн Шергин тоже будет рассказывать. У них большое приложение, я думаю. И работает как надо. А, и работает как надо. Какой-то SLA может быть. Удовлетворяет потребности бизнеса. Удовлетворяет. Хорошее, на самом деле, замечание. Мне понравилось в свое время определение, которое говорит так, что enterprise-приложения — это такие приложения, в которых данные, которыми оперирует приложение, гораздо важнее самого приложения. То есть enterprise-приложение предназначено для решения каких-то конкретных проблем для бизнеса, и реализации часто не имеют большой важности. И в enterprise-приложениях очень много пользовательских данных. Это прямо очень много сущностей, они очень... прям широко распространены, да, там занимают очень большую важную часть. То есть инфраструктурного кода меньше, чем доменного, скажем так, да. Помимо того, что данных этих много, часто их нужно представлять в разных форматах. То есть отчеты какие-то, срезы, мы их крутим, как-то анализируем, да. Это очень важная часть в enterprise приложениях. Третий пункт, то, что мало того, что объектов много, и они еще все взаимодействуют друг с другом. И вот эти связи, взаимодействия между объектами, они весьма неочевидные, да, то есть с первого взгляда мы не можем получить эту информацию. И чтобы приложение долго разрабатывалось, да, мы должны учитывать эти особенности, чтобы эти приложения было легко поддерживать в будущем. И четвертый пункт, по моему мнению, это то, что enterprise-приложения очень тесно интегрируются с другими приложениями, потому что они решают какую-то конкретную задачу, и для того, чтобы решать ее хорошо, им приходится взаимодействовать с другими. И, естественно, enterprise-приложения разрабатываются уже не первый год, и очень много людей в разных областях занимаются этим. И есть такой человек Эрик Эванс, и он написал книгу «Domain Driven Design», или по-русски это «Предметно-ориентированное программирование». И в этой книге он собрал лучшие советы, практики и подходы по написанию таких приложений, enterprise-приложений, и подходы по управлению сложностью поддержки таких приложений. И DDD, на самом деле, можно так немножко обобщить 3 важными пунктами. Сейчас по очереди про них расскажем. Первое. Вот все, что нас окружает, это реальность. И когда мы разрабатываем приложение, на самом деле, бизнес видит эту реальность только какие-то важные части в этом. То есть он смотрит на эту реальность никак, не на все, не пытается охватить все. Он видит какие-то ключевые концепты, которые приносят ему деньги. И мы, как разработчики, должны концентрироваться на этом. Об этом нам говорит первый пункт. Фокусируйся на основной предметной области. То есть мы должны всегда четко понимать, для чего мы пишем приложение. Мы должны всегда концентрироваться на этом и уделять максимальные усилия. Мы, как разработчики, любим, да, там, по инфраструктуре, там, код поперемещать, вот это вот все. На самом деле это не важно. Важно, чтобы наш код приносил пользу бизнесу. Для того, чтобы узнать об этой предметной области и понять,
что это такое, да, где эти ключевые истины. Нам нужно постоянно взаимодействовать. И тут есть два источника, да, этой информации. Первый источник информации – это эксперты предметной области. Например, в банковской сфере – это банкиры, да, там, где-то в страховании – это страховщики. Но если мы придем к страховщику или к банкиру и скажем, ну, расскажи нам, как это все работает, ну, часто мы получим какую-то обрывочную информацию, у нас не сложится целостная картина, потому что они очень хорошо знают эту предметную область, они многие факты упускают. Вот, и для того, чтобы раскрыть эту информацию, существуют эксперты в разработке программного обеспечения. Мы обладаем важной чертой, мы очень хорошо структурируем информацию. И вот как раз вот это тесное взаимодействие экспертов предметной области и разработчиков, оно позволяет нам сформировать полную картину и максимально точно. Этим исследованием нужно заниматься постоянно. Мы рефакторим код, но на самом деле мы часто забываем о рефакторинге модели. Модель тоже живет постоянно, она развивается. Нам нужно уделять очень много усилий, на самом деле, для того, чтобы поддерживать модель в консистентном состоянии. Вот DDD, дальше мы поговорим там о том, какие подходы он предлагает, какие советы он дает для того, чтобы мы могли достигать эту цель. И третий пункт – это использовать общий язык внутри определенных ограниченных контекстов. Сейчас немножко поясню. Что такое определенный ограниченный контекст? Когда мы работаем, не знаю, например, когда мы пишем код, да, мы не думаем, как работает у нас процессор. Да? Мы пишем код, мы концентрируемся на задаче, мы нажимаем на клавиши и работаем с каким-то языком. Когда, я не знаю, мы не знаю, там, пытаемся плавать, да, мы не думаем о том, там, какая плотность воды, там, как вообще, какие законы на нас действуют, почему мы плаваем. Мы просто там, гребем руками, да, и плывем. То есть мы решаем какие-то конкретные задачи. То же самое мы должны делать, когда мы работаем, когда мы пишем софт. То есть мы должны концентрироваться на определенных задачах. Это позволяет нам разграничить ответственность, позволяет нам сделать наше приложение менее связанным. И такие приложения, ну, как мы знаем, да, они лучше поддерживаются. Но помимо того, что мы выделяем эти контексты, мы должны еще в них использовать общий язык. Что значит общий язык? Значит, мы должны разговаривать с экспертами, с заказчиком, друг с другом в команде на одном и том же языке. Я часто встречаю проблемы, когда бэкэнд и фронтенд используют разную терминологию. Ну, вот, например, на наших проектах у нас такое бывает. И это на самом деле очень сложно, потому что для того, чтобы понять, что происходит, как бы, приходится потратить очень много усилий. И нужно. Я пытался придумать какие-то хорошие примеры, но на самом деле у меня хороших примеров не получилось. Но я думаю, каждый понимает, что общий язык это важно. Например, когда мы пытаемся друг с другом поговорить, да, собираемся пойти в какой-нибудь ресторан, например. Да, и мы будем разговаривать и будем думать, что друг друга понимаем, но на самом деле поймем про разные рестораны, мы как бы не сможем вместе собраться и пообедать. Да? Тоже, то есть это очень важная часть, находить общий язык. Это, как предыдущие два пункта, требует нашего сильного внимания. Так, ну давайте перейдем к следующему пункту. Это у нас подход, который предлагает нам DDD для того, чтобы сфокусироваться на определенных задачах. То есть DDD говорит нам использовать многоуровневую архитектуру. Архитектура состоит из четырех слоев. Это пользовательский интерфейс, это, ну, понятно, да, там какой-то фронт-энд, как-то мы взаимодействуем с ним, может быть, это консольное приложение, собственно, неважно. Есть application layer, это связующий уровень между пользовательским интерфейсом и доменным уровнем. Доменный уровень содержит все бизнес-правила, он хранит описание предметной области. И вот это важная часть, да, почему этот уровень выделен. Потому что мы помним первый пункт, да, мы должны фокусироваться на основной предметной области. Вот это тот фокус на предметной области. Ну, инфраструктурный уровень, там находятся различные вспомогательные компоненты, которые могут использоваться всеми другими уровнями. В этой архитектуре строгое направление взаимодействия. То есть верхние уровни могут использовать нижние, нижние не могут использовать верхние. Доменный уровень DDD предлагает описывать с помощью трех основных объектов. Это entity. Entity – это такие объекты, жизнь которых нам интересна. То есть, например, у нас есть пользователь, да, мы у пользователя меняем как-то данные, нам важно. То есть мы идентифицируем этого пользователя в системе, и мы следим за его развитием. Вот. Для этого используется entity. Второй объект – это value object. Они называются так, или объекты значения, да, по-русски.
Потому что не за всеми объектами в системе нам нужно следить. Ну, я не знаю, я часто встречаю в коде, что мы пытаемся все сделать сущностями. И часто из-за этого возникают проблемы. Ну, вот такой простой пример. Представим, что у нас есть завод по производству машин, да, и у нас есть кузов. И мы создаем под кузов сущность, да, называем его кузов, у него появляется идентификатор, и начинаем там, создали машину, положили, связали ее с кузовом, создали новую, связали с кузовом, потом мы взяли одну машину, решили перекрасить. И вот тут возникают проблемы. То есть мы не знаем, если мы поменяем у кузова цвет, мы поменяем цвет у всех машин. То есть это как бы вот такая вот проблема, и это на самом деле гораздо чаще встречается, чем кажется. Вот. Помимо того, что есть такая проблема, мы еще тратим много усилий на то, чтобы поддерживать, так как у нас сущности, они как бы живут в системе, да, мы пишем специальный код, который поддерживает идентификацию этих элементов, их синхронизацию, какие-то, в общем, связи, да. Хотя на самом деле SVL объектами они у нас являются иммутабельными, они неизменяемые, мы можем просто создавать и удалять, нам не надо их редактировать. То есть это очень сильно упрощает разработку. И третий объект — это сервисы. Ну, в разработке мы сервисы всегда используем, да, но здесь сервисы именно доменные. То есть не часто в предметной области возникают какие-то моменты, которые нельзя положить в сущность, ну, то есть какие-то взаимодействия. И вот эти взаимодействия, они как-то их тоже нужно выражать, потому что на самом деле они пришли к нам из предметной области. Вот для этого существуют сервисы, они не хранят свои состояния, они лишь являются координирующим звеном между разными объектами системы. Теперь поговорим немножко об архитектурах. И для начала рассмотрим классический монолит. Ну, классический монолит состоит из трех основных частей. Да, это фронтенд, который отвечает за взаимодействие с пользователем, application, который содержит какую-то бизнес-логику, да, там какие-то проверяет ограничения, ну и, собственно, само хранилище данных. Вот. И ну, какой самый классический пример, да, когда у нас, например, какая-нибудь библиотека, у нас данные, которые мы сохраняем, мы в том же виде показываем пользователю. Да, мы говорим, покажи нам книги, он там раз из базы все книги достал, ну и показал. То есть логика очень простая. Вот. И на мой взгляд, вот в такой архитектуре слабым звеном является то, что взаимодействие с базой данных. С базой данных у нас поддерживают крут-операции. Соответственно, крут-операции, они также отражаются и на интерфейсе. То есть у нас на уровне взаимодействия с API у нас вот, мы оперируем такими терминами, тогда, как create, edit, delete. Вот. И помимо того, что это у нас отражается в API, это также отражается в интерфейсе. Да? Например, мы вместо того, чтобы поменять какое-то одно поле, например, фамилия поменялась у нас, да? Нам надо просто ее поменять. А мы как бы нет, мы открываем там всю сущность, там, пользователь, там, клиент, все. Кучу полей, одно меняем, там сохраняем, кучу данных гоняем. В общем, неэффективно. Вот. Но в какой-то момент времени еще может прийти, мы можем прийти осознание, да, или там придут пользователи, скажут, да, а нам как бы вот этого недостаточно там просто создавать, удалять. И они там скажут, вот мы хотим там какие-то еще усложнить какой-нибудь процесс, например, там принять сотрудника, уволить сотрудника, да, там сотрудника приняли, должен еще пользователь создаться. То есть какие-то там процессы начинают появляться у нас. Где мы можем эту логику хранить? У нас два места, да, либо фронтенд, либо application. Ну, как бы фронтенд должен быть как можно проще, потому что все вот эти бизнес какие-то вещи, они должны находиться на уровне application. То, что у нас может быть не только, да, например, веб, но может еще мобильные приложения быть. То есть нам лучше логику концентрировать в одном месте, чтобы ее проще было поддерживать. Вот. Ну и, соответственно, мы усложняем наш application. Но потом приходит пользователь и говорит, да, давайте еще и отчеты сделаем. Да, и такой, ох, какие эти отчеты. И, соответственно, мы наталкиваемся на проблему. Какую? У нас работа с базой по-прежнему крут, да? А работа с API у нас уже сложная. Вот, соответственно, вот тут мы начинаем как бы уже, у нас появляется сложность, мы начинаем как-то ее оперировать, да? Потом, например, нам надо с отчетами поработать, да, нам нужно ну, там, подтягивать данные. Ну и, собственно, сейчас мы сформулируем основные проблемы, да, монолиты. Ну, вот первое, это то, что у нас сильная связанность между данными для чтения и записи. То есть у нас для того, чтобы сформировать там, да, какой-то отчет, мы должны все состояние поднять. То есть у нас прям всю модель загрузить. Мы не можем просто сказать, типа, а, вот так вот сделаем. Это как бы дорогие операции, соответственно, вот из этого следует второй пункт, то, что у нас проблемы с производительностью.
Ну, про неудобный интерфейс тут все понятно, да, ни один пользователь не, как бы, не хочет работать с системой, да? Гораздо проще, мы же разговариваем, там создать, не создать пользователя, там, отредактировать пользователя, да, мы говорим, там, поменять фамилию, да, это, то есть логичные процедуры, и мы как бы хотим, чтобы так было. Ну, и такие приложения тяжело поддерживать в долгосрочной перспективе, потому что много логики в application уровне. Чем больше логики, тем сложнее разбираться. Она вся очень сильно связана, и такие приложения, как правило, умирают. Ну или они проигрывают тем приложениям, которые работают по-другому. И для того, чтобы вот развязать данные для чтения записи, существует архитектурный паттерн такой, Secures. Кто не знает, как Secures расшифровывается? Да, responsibility segregation, да. То есть мы хотим разделить ответственность между чтением и записью. Есть еще такой CQS, там, Command Query Separation. Ну, просто говоришь, что у нас есть команды, которые только изменяют данные, и есть query, которые только получают данные. Вот это как бы, это, ну, это просто, это не архитектурный паттерн, да, а вот CQS это уже архитектурный паттерн, потому что он нам говорит то, что мы должны четко разделять две модели. Мы должны выделить модель для чтения и модель для записи. При этом CQRS не говорит нам, то есть, ну, давайте вкратце рассмотрим, как это работает. У нас фронтенд отправляет какую-то команду, в write модель у нас поднимается соответствующая модель, происходят изменения. Эти изменения выражаются, то есть мы сообщаем read части, то с помощью события, если мы используем DD, то доменного события, что у нас произошли какие-то изменения. Эти изменения как-то в read модели, там, поднимаются соответствующие модели, происходит соответствующее обновление, да. И после этого фронтенд может у нас попросить какой-то запрос, то есть сказать, ну, дай нам вот это вот отображение, которое нам нужно, и как бы, мы читаем из базы для чтения. Вот. Что мы получаем здесь? Во-первых, мы развязали нашу, как бы, наше чтение и запись, и на самом деле это очень здорово, потому что мы чаще читаем, чем пишем. То есть, ну, как правило, ну, допустим, я не знаю, там, какой-нибудь новостной блок возьмем, да, один раз новость написали, и миллион раз ее прочитали. То есть это очень дорогая операция, ну, там, чтение, то есть она очень, очень частая. И когда мы ее выделили, соответственно, мы можем уже легко масштабироваться. А давайте вот мы поговорим, да, какие у нас преимущества. А, ну, первое преимущество то, что мы переходим к task-based UI, потому что мы уже... потому что у нас есть команды и запросы, у нас разделены эти, как бы, части, и мы начинаем оперировать языком, который, точнее, у нас создаются все условия для того, чтобы оперировать языком, который использует пользователь. Второе, мы увеличим скорость получения данных, это то, что я уже сказал, потому что мы можем отдельно, как, мы уже не перестраиваем модель, да, всю, то есть мы не подтягиваемся, у нас уже есть готовые данные для отображения, мы их храним, их и показываем. За счет того, что мы разделили наше приложение на две части, мы легко можем масштабироваться теперь. То есть мы говорим, что read-часть у нас там редко меняется, да, мы легко берем, масштабируем read-часть, просто там увеличиваем количество инстансов, например, и все. И это очень просто, потому что коммуникация у нас, как мы видели, да, там у нас через события, то есть у нас уже есть какой-то event bus какой-то, вот, и мы можем с помощью этого event bus, там, ну, то есть у нас уже все готово. И последний пункт. Это способствует нам к переходу к ивентсорсингу. Чуть попозже мы поговорим про ивентсорсинг. Но CQRS не является серебряной пулей, и его не всегда нужно использовать. Первый момент, когда не нужно использовать CQRS, если у нас приложение крупное, например, библиотека. CQRS в данном случае будет излишним, потому что у нас все операции точно такие же, как с хранилищем, и нам ничего не мешает эти операции так и поддерживают. Но здесь нужно быть аккуратным, потому что часто сначала мы крут, да, а потом раз уже и не крут. Сначала я крут, а потом не крут. Вот. Ну, то есть, поэтому нужно быть аккуратным. Второй момент – это сильная связанность с системой. То есть мы сначала написали большой монолит, он говорит, да, давайте CQRS. Ну, так не работает. То есть вы потратите очень много сил, и, возможно, и, скорее всего, заказчик вам не даст столько времени, чтобы переписать всю архитектуру на CQRS. Вот. Поэтому, если вы пытаетесь внедрить эту большую систему, ну, не только я, но и другие разработчики не советуют так делать. И, да, последний пункт, он самый забавный, если недостаточно квалификации. Это приблизительно как вы приходите к нам на работу, но только с опытом, да? Но никто не берет с опытом, поэтому мы никто не используем. То есть, по идее, мы вообще никто не должен использовать CQRS,
На самом деле лучше попробовать на каких-то педпроджектах, потому что ну, я по своему опыту могу сказать, мне казалось, что я все понимаю, я работал 2 года, потом начал писать свой проект и понял, что я еще ничего не понимаю. Вот. Поэтому сначала попробуйте где-то, поэкспериментируйте, там есть определенные подводные камни, и когда вы поймете и начнете мыслить этой архитектурой, вам на самом деле станет гораздо проще, мне стало проще, вот. Поэтому экспериментируйте. Так, теперь проговорим про хранение данных, да? То есть мы сказали, что мы разделили две базы на чтение и запись, да? Но у нас есть еще одна проблема. Часто в приложениях мы храним application state. Вот кто хранит application state? Вот все, наверное, хранят, да? Кто не хранит application state? Кто не хранит слепок приложения, да? То есть мы обычно все сохраняем просто текущее состояние системы. Текущее состояние системы позволяет нам ответить на вопрос, где мы находимся. Ну, как это приблизительно выглядит? Вот у нас там какой-то клиент, у него какой-то счет, и у него какой-то баланс. Вот у нас там у всех там у трех, не знаю, по $10, да? А потом мы что-то поменялось в системе, и мы такие, оп, и перешли вот в это состояние, да? Все хорошо, но в какой-то момент к нам, например, приходит пользователь и говорит, а давайте мы историю сейчас вот хотим, вот, по вот этой вот всей вот этой штуке, мы хотим историю. И что мы говорим? О, 1 000 000 часов. Ну, обычно мы так говорим. И мы, конечно, начинаем там придумывать различные ухищрения, можем добавить audit log, да, там, и это частично решит наши проблемы, мы можем создавать какие-то там денормализованные там таблицы, что-то, чтобы как-то с этим работать, вот. Но основной момент, то, что application state никогда нам не позволит ответить на вопрос, как же мы сюда перешли. И для этого существует event sourcing. Event sourcing позволяет ответить нам не только, где мы находимся, но и как мы сюда попали. И как это достигается? Event sourcing говорит, давайте мы будем хранить состояние в системе через события, которые в ней происходили. То есть мы будем использовать события как источник истины. То есть, например, мы не просто в каком-то состоянии находимся, мы говорим, вот у нас подключился клиент, вот он, у него поступила заработная плата, у него там счет поменялся, вот у нас там какие-то счета он оплачивал, вот, и после этого, там, например, у него удержали налог. Вот эта цепочка событий, она на самом деле хранит всю необходимую нам информацию для того, чтобы понять, что происходило с вот, сущностями, да, с объектом, с состоянием системы. И мы можем сохранить все эти события по очереди вот в Event Store. Тут есть тоже определенные нюансы. О них, наверное, я сейчас рассказывать не буду, потому что они больше технические, и нам потребуется, я думаю, что тема отдельного доклада. Но на самом деле, когда я начал мыслить событиями, начал воспринимать систему с точки зрения того, как она развивалась, то вот на самом деле это очень стоит больших усилий для того, чтобы начать думать иначе. То есть сейчас я с трудом воспринимаю систему в виде application state, потому что мне кажется, это неестественно. И это не дает ту полноту информации, которая у нас есть. Что можно рассказать про Event Store? Вкратце то, что Event Store чаще всего это какая-то нереализованная база данных. Мы храним там просто события. То есть, как, не знаю, если, например, мы работаем с JSON, мы можем просто сохранять JSON. То есть у нас key value хранилище. И, соответственно, у нас очень быстрая операция чтения записи. Какие преимущества нам это дает? Самое главное преимущество то, что мы легко можем ходить по истории событий. То есть легко можем восстановить любое состояние системы. Тут, конечно, мы можем сказать, что а если событий у нас 1 000 000, на самом деле это тоже решается. Мы просто берем и сохраняем какой-то слепок состояния, ну, какие-то события просто можем брать в архив или вообще выбросить. Это зависит от того, с какой предметной областью вы работаете. Помимо этого, мы всегда можем получить мы можем анализировать поведение пользователя. Например, да, вот пример про фамилию. Если мы поменяли фамилию, и используя application state, мы не можем сказать, мы вот сейчас вот что сделали, мы сейчас вот как бы реально ошибку исправили, или все-таки у человека фамилия поменялась. И вот event sourcing позволяет нам это сделать. При одном условии мы даем осмысленные, хорошие названия нашим событиям. И одно еще важная черта этих событий, они должны хранить в себе всю необходимую информацию для того, чтобы описать вот этот
происходящее системой. Что-то еще, может быть, я забыл. Так, сейчас. Отменять легко действие. Да, да, легко очень отменять действие. На самом деле, есть такой термин retroactive события. Они позволяют нам, да, то есть мы можем, если произошло какое-то нарушение в работе системы, да, мы легко можем сделать как бы воздействующее событие. Мы можем, например, взять, ну, вот хороший пример, да, представим, что вот какой-то перевод делали со счета на счет, да, и событие, например, пришло такое, там, установить счет Мартина равным 10, да. Если мы сказали, что установить счет Мартина равно 10, то мы не можем сделать обратное воздействие. То есть куда мы вернемся? Как мы, да? Какое состояние должно быть? А если мы скажем, что у нас событие, например, будет звучать так, увеличить счет Мартина на 10, да? То это уже будет совершенно другая информация. Мы сможем легко создать обратное событие, да? Там, уменьшить счет Мартина на 10, например. А? И семантика другая. Да, и семантика другая, да. То есть с событиями, чтобы события приносили пользу, с ними тоже нужно научиться работать, и это нужно всегда помнить. Ну, и понимать, какие события нужны, это опять-таки нужно взаимодействовать с экспертами предметной области, потому что только, как еще раз я повторюсь, что только вот в этом вот тесном взаимодействии мы можем получить хороший продукт, который будет действительно жить и, не знаю, там, хорошо развиваться, приносить пользу и позволять нашим заказчикам зарабатывать деньги. Так, ну, на этом, пожалуй, у меня основная часть доклада закончена, да, в конце вот небольшие полезные ссылки, там, первое это предметно-ориентированное проектирование, перевод книги Эрика Эванса на русский язык, потому что я пытался читать на английском языке, я ничего не понял. Ну, честно, там просто очень сложный язык, он такая философская немножко книжка. Вот, но, как говорят многие, что лучше еще раз потом почитать на английском, потому что это лучше, позволит лучше понять то, что имел автор. Так, ну и там вот еще попрошу обратить внимание на вот Secure Starter Kit. Для тех, кто разрабатывает на C-Sharp, там есть хорошие примеры о том, как писать Secure приложение с инсорсингом, то есть там можно посмотреть, там на самом деле инсорсинг не совсем, но это, в общем, позволит вам сформировать какое-то общее видение того, как это работает. Так, да, ну, Мартина Фаулера надо читать всем обязательно, это очень полезно, да. Пожалуй, все. Я думаю, что на этом основная часть закончена. И давайте, может быть, поговорим какие-то вопросы. А вот про инсорсинг. Получается, все равно практически это есть, но он вычисляется, да? То есть мы его всегда вычисляем, как редюсим эти все экшены. Да, да. Мы редюсим все экшены, да, если те, кто работает с редаксом, то да, это приблизительно вот мы редюсим все экшены и получаем наше состояние. Да. Как решаются проблемы синхронизации данных проект модели и грип модели? А какие? Если вдруг, допустим, у нас данные в модель для записи. Пришло сообщение о синхронизации. Read-модель не смогла их обработать там, или что-то еще. Uh-huh. Произошел рассинхрон данных. Вот, uh-huh. Фактически может получиться так, что у нас по write-модели будет одна информация, а пользователь будет все еще получать другую, она уже не актуальна. Да, все верно. То есть такая проблема есть. Но... Просто в случае использования монолита мы все это можем решить следствием самой единой базы данных. Да, да. У нас есть транзакция, да, и мы в рамках одной транзакции осуществляем все это взаимодействие, соответственно, мы можем гарантировать, что у нас... Да, даже можно настроить ограничение по удалению, проще. Здесь мы можем использовать совершенно разные СУБД, которые друг от друга ничего не знают. Да, все верно, да. Да, ну вот есть такая теорема КАП, которая говорит нам о том, что мы должны выбирать, ну там на самом деле она... По сути, мы выбираем между двумя. Мы говорим между тем, что у нас данные консистентные, и между тем, что у нас система постоянно доступна. Вот когда у нас используются транзакции, если операции долгие, наша система какое-то время недоступна. По факту. Мы не можем с ней взаимодействовать. В данном подходе в CQRS мы получаем, что у нас данные, то есть система у нас всегда доступна, но не всегда консистентные данные. То есть у нас присутствует такой, ну, не знаю, эффект, да, как консистентности данных в конечном итоге. Консистентность в конечном итоге. Вот.
можно было бы сказать, что это проблема, но на самом деле я бы не сказал, что существуют обходы, да? Мы просто начинаем по-другому работать с фронтендом. То есть мы начинаем с фронтендом работать тоже событийно. То есть мы говорим, например, мы, когда происходит у нас событие о том, что у нас изменилась, да, write-часть изменилась, мы продюсируем какое-то событие. Мы можем это же событие принять фронтендом, да, с помощью сокетов и уже принять, как бы, какое-то решение принять о том, там, нужно нам вообще данные обновлять или не нужно. То есть у нас может быть такой фронтенд, он уже будет решать, там, какие данные ему нужны и как с ними работать. Потому что у нас же на самом деле фронтендов там может быть много и много, много разных, и каждый из них может под конкретный случай, например, как-то оперировать. Мы вот пробовали такой подход. Нам получилось так, что мы на фронтенде получили, ну, в некоторых случаях это нормально, на самом деле, хороший подход. Но в некоторых случаях получается немножко тяжело, потому что мы перекладываем логику по построению вот этих вот проекций, да, она у нас есть в read-части, да, и мы ее также еще на фронтенд немножко транслируем. Поэтому мы вот тут, например, применяли некоторые оптимизации, мы говорили, что у нас поменялась read-часть поменялась. То есть мы говорим, у нас вот событие недоменное вот это ловили, которое пришло из read-модели, да, мы в write-части генерировали событие, типа, а вот такая вот, такое отображение, оно поменялось. А чтобы избежать этого тайм-аута, синхронизации? Да. То есть мы подписывались, как бы говорили. Потом можно при синхронизации организовывать, каким образом мы команду отправили. Мы запомнили идентификатор команды, например. Да? И этот же идентификатор команды может уходить. Ну, у нас есть такие, например, места, когда мы нажали на кнопку и должны ждать. Да? И когда у нас транзакция, мы ждем, все понятно. А когда у нас такая часть, у нас команда пришла, говорит, она принята. Мы не гарантируем, что она будет обработана прямо сейчас. Мы говорим, что команда принята у нас. Он там акцептит, да, если мы вернемся. Ну, вот. Вот эту часть мы вот здесь, да, мы говорим, что просто принято, то есть мы говорим так. И у нас фронтенд вот здесь решает. Например, некоторые операции можно, ну, просто отпустить. Например, мы лайкнули, да, и нам не обязательно крутить колесико, там ждать, ну, когда там лайкнется, оно там загорится синеньким, да. А в некоторых случаях нам, например, оплатить, вот мы пока, мы можем на самом деле нажали оплатить, можем сказать, типа, мы должны подождать. На самом деле мы можем и не ждать. Мы можем легко позволить пользователю дальше работать, и потом, например, когда сказать, типа, ваш платеж принят, он находится в обработке, да, он там когда-то обработает. Представьте, что мы в банке нажали оплатить, и у нас пока платеж не пройдет, да, мы будем ждать. Также, ну, никто же так работать не хочет. На самом деле мы как бы говорим, что мы тебя поняли, мы работаем над твоим запросом, а потом приходит событие, например, говорит, ну, извините, ваш платеж там не прошел, мы его там отклонили. И говорит, а давайте еще раз попробуем, потому что мы опять-таки отправили событие, в событии есть все данные. Мы можем сказать, ну давайте еще раз попробуем. Да, можем как-то вот. То есть управлять. Это на самом деле меняет взгляд, говорю, на разработку приложений. Начинаешь мыслить немножко по-другому. Еще вопросы? Да? Про event sourcing, про хранение этих данных. Просто да? Не вопрос даже, какие-то мысли, а как это все мигрировать, когда у нас меняется вот это? Хороший вопрос. Есть проблемы с миграцией. Это одна из основных проблем event sourcing в том, что нам. У нас есть какое-то количество событий, да, что-то поменяли в предметной области, и нам нужно как-то эти все события обновить. Есть два подхода. Мы можем действительно обновить все события, ну, прям написать миграцию, то же самое, как мы делаем с базы данных, вытащить все события, поменять их, там, заново сложить. Можем сделать немножко по-другому. Мы можем сказать, что в зависимости от того, какая у нас ситуация, можем сказать, вот эти события, которые раньше были, они нам не важны. Мы получим текущий слепок текущего состояния, то есть мы, как бы, фуллбэк такой у нас, да, будет, мы сделаем вот слепок и дальше опять начнем работать с новыми событиями. Можем там, ну то есть да, вот как в основном у нас на самом деле, наверное, два таких основных подхода. Еще какие-нибудь вопросы? Да? Я не знаю, может, я, конечно, не соображаю, что-то сказать, что так оно и есть. Но хотел бы вопрос. Я вот слушал по CQRS, у меня возникло ощущение, что она несовместима с реализацией. С чем? С Redux. А почему? Почему не совместимо? Ну, такое ощущение, что вы говорили про слепок, и что слепок уже не пользоваться, а потом следующий так хочу, и меняют друг друга. Ну, мы слепки можем тоже немножко по-разному же, да? Ну, на самом деле, вообще сама идея редакции мне на самом деле не очень симпатична именно тем, что мы храним состояние на фронтенде. Вот. То есть у нас фронтенд становится источником данных. Вот
в некоторых случаях это хорошо, например, мы когда работаем офлайн, да, это действительно какой-то вот, ну, такой хороший повод. Но на самом деле, я не знаю, со мной многие могут не согласиться, я сторонник того, чтобы все данные были на стороне бэкэнда. И на самом деле, вот в своих приложениях, когда мне приходилось работать, когда я думал о том, как я буду организовывать вот офлайн режим, я на самом деле сохранял события. Потому что у меня вся система работает на событиях, у меня все элементы работают на событиях, я могу легко сохранить все события. Я могу потом эти же все события отправить на бэкэнд. Я могу из этих событий также их проиграть. На самом деле, вот у меня есть экшены, да? Почему не сохранить экшены? Я могу сохранить все, ну, все вот эти ивенты, да, и потом их проиграть. То есть я не вижу здесь каких-то вот таких вот проблем. А, на самом деле, Redux, он там предлагает тоже, он там слепки хранит, он же не один слепок хранит, он там, да, там иерархию как бы хранит. Ну, то есть это вот... Еще вопрос, как бы, ну, там же мы задавали вопрос по поводу того, как реализуем историю. Ну да. Да, но при этом имеет слепки тоже можно. Можем реализовать историю, но мы не можем ответить на вопрос, как мы сюда пришли. Да. Ну, мы же... Мы имеем... Я, на самом деле, не очень хорошо знаком, то есть я не работал, да, но, насколько я понимаю, мы не храним, какие редюсеры у нас были вызваны, мы просто храним состояние. Соответственно, мы не можем сказать, а как назад-то? Как вернуться-то? Мы можем, ну, типа, просто сказать, что вот два состояния. Вот, возможно, я ошибаюсь. И ребята, кто с реактором работают, да, они могут меня поправить. Еще какие-то вопросы? А можно поподробнее про Task UI рассказать? Я вот просто не совсем понимаю, это... То, что у нас на UI отображаются какие-то конкретные операции, бизнес-операции. Ну, смотри, например, вот LinkedIn. Работал с LinkedIn уже? Ну, он у нас заблокирован. Ну, господи, все работают с LinkedIn, да? Ну, в общем, вот. На самом деле мы понимаем, что у нас просто есть атомарность, у нас появляется атомарность операции. Именно мы можем поправить что-то одно. Да, вот. Нажали, например, навели на поле, у нас там редактировать появилось, мы отредактировали, там окей, у нас там раз запрос ушел. Нам не надо открывать вот эти все формы. Мы, на самом деле, у нас вообще интерфейс меняется, мы начинаем бить наш фронтенд, то есть как самый простой подход, да, вот все конструкторы работают, мы просто все поля, которые у нас есть, вывалили и все. Они вообще, на самом деле, все равно, как они расположены, тебе все равно на них все придется посмотреть, где кнопка внизу где-то там или только вверху. Вот. А тут мы начинаем мыслить, как бы наш фронтенд строить, фокусировать пользователя на вот каких-то важных частях. То есть, говорит, типа, а вот ты вот сюда сначала сходил, здесь там сделал, потом как... То есть у тебя появляется такая карта как бы, поведения пользователя в системе, и по-другому начинаешь на самом деле мыслить.